Сегодня мы проводим дебаты на тему понятия Бога в исламе и христианстве. Наши два участника, мистер Шабир Али, он находится на пути сюда. Мистер Али женат и имеет 4 детей. Он получил степень бакалавра в области религиоведения в университете Лаврентия. Он также является президентом и основателем Центра исламской информации и давата в Торонто. В области сравнительного религиоведения он в основном самоучка. Другим спикером будет доктор Уильям Лейн Крейг. Уильям Лейн Крейг является профессором-исследователем философии в Талбатской школе богословия в Ла-Мираде, штат Калифорния. Он живет в Атланте, в Джорджии, с женой Джен и их 2 детьми. Доктор Крейг работал над дипломными работами в колледже Уитон и получил степень бакалавра в 1971 году. Закончил аспирантуру в Троицкой евангельской школе богословия. Он учился в Бирмингемском университете в Англии, где получил степень доктора философии, и в Мюнхенском университете в Германии, где получил степень доктора теологии. С 1980 по 1986 года он преподавал философию религии в Троице. В это время он и Джен создали семью. Я хотел бы поблагодарить кампус Crusade for Christ McMaster, а также Международный центр исламской информации и Давата за организацию этого мероприятия. Я также хотел бы поблагодарить Сэма, который будет модератором этой дискуссии. Порядок сегодняшнего мероприятия будет следующим. Обе стороны выступят с докладами, как объяснит наш модератор. За этим последует 20-минутный период вопросов и ответов. Приветствую, добрый день. Ну, сегодня у меня, конечно, непростая задача. Надеюсь, вы понимаете позицию, в которой я нахожусь. Моя роль сегодня – это просто быть модератором. Я хочу, чтобы все было предельно ясно. Я также хочу добавить, что это не просто мероприятие в формате Мичиганского университета, поэтому дискуссия будет проходить другим образом. Чтобы не возникло вопросов по этому поводу, я хочу напомнить, что участники взаимно согласились с правилами и процедурой проведения дебатов. Это было определено до того, как я пришел, и это было, как я сказал, взаимно согласовано между 2 спикерами. Формат, стиль и процедура. Имейте это в виду и, пожалуйста, вставьте здесь слово в редакцию. Я считаю, что это должна быть дискуссия, не обращающая внимания на списки. Я знаю, что были использованы разные слова – дебаты, дискуссия. Интерпретируйте их так, как вы хотите. Иногда это может быть спорным, но уважение должно преобладать во время сегодняшней дискуссии. На первый взгляд это может показаться противоборством, и способы изложения могут заставить вас думать таким образом. Но несмотря на обстановку, сегодня в этих дебатах не будет явного победителя, по моему мнению. Я не знаю точно, каковы способы оценивания у вас, сидящих на своих местах. Но с точки зрения моей роли модератора и Мичиганского университета, сегодня не будет явного победителя. Я бы посоветовал вам узнать обо всех религиях в Макмастере и за его пределами. Я бы хотел призвать приглашать более 2 участников на будущие форумы, чтобы другие могли представить свою веру. Но поскольку это было взаимно решено между 2 спикерами, мы должны уважать их решение. Как я уже сказал, сегодня существует много религий и убеждений, которые не представлены здесь сегодня. И поскольку это институт высшего образования, я призвал вас всех, если вы пожелаете, стать более осведомленными и научить других также уважать разные точки зрения и ценить их. Я считаю ценным документ, который сегодня раздавали группы, находящиеся снаружи. Я бы рекомендовал будущим форумам, как я уже говорил, приглашать не 2, а как можно больше участников. Итак, как модераторы меня сегодня попросили четко задавать вопросы. Поскольку мы обсуждаем Бога и понятие веры, в дебатах не будет однозначной и сухой дискуссии. Поэтому я надеюсь, что вопросы будут сформулированы как можно более точно. Чтобы мы не ссылались на какие-либо посторонние события, которые не актуальны для сегодняшних дебатов и в нашем мире. Так что, если люди отойдут от этого формата, независимо от того, в какой части комнаты будет вопрос, мне придется признать это нарушением порядка. Итак, вот мои правила. Своего мнения я сегодня высказывать не буду. Итак, добро пожаловать. Я передаю слово. Давайте начнем. Большое спасибо. Шабир, я не знал, что мы были настолько политически некорректны, не так ли? Хорошо, я рад быть здесь сегодня и рад, что вы присоединились к участию в диалоге и дебатах. Моя молитва была о том, чтобы на протяжении этой недели дебатов Бог вел всех нас на нашем духовном пути, и чтобы сегодняшнее событие стало важным шагом вперед для вас в этом путешествии.
В сегодняшних дебатах я собираюсь защитить два основных утверждения. Первое. Христианское понятие Бога разумно и неоспоримо. Второе. Мусульманское понятие Бога рационально неприемлемо. Итак, давайте рассмотрим мое первое основное утверждение о том, что христианское понятие Бога рационально неоспоримо. Христиане верят, что Бог всемогущее, всезнающее, всесвятое, вечное, духовное существо, создавшее Вселенную. Мусульмане согласны со всеми этими атрибутами или свойствами Бога. Это неудивительно, так как ислам, говоря исторически, является ответвлением от иудейско-христианской религиозной традиции. Итак, наше понимание того, кто такой Бог, во многом одинаково. Но основное возражение, предъявляемое исламом против христианского понимания Бога, касается учения о Троице. В частности, христиане верят, что Иисус Христос является Сыном Божьим и разделяет божественную природу с Богом Отцом. Мусульмане отвергают это учение, потому что они считают, что это является грехом, который они называют ширк, уподоблять что-либо Богу. Поскольку Бог считается несравнимым или не имеющим равных себе, у Него не может быть сына, как утверждают христиане. Таким образом, Коран осуждает любого, кто считает, что у Бога есть сын, как неверующего, и предает его адскому огню за такое утверждение. В Коране говорится: «Не уверовали те, которые говорят, Аллах – это Мессия, сын Марьям». Воистину, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тому он запретил рай. Его пристанищем будет гиена, и у беззаконников не будет помощников. К сожалению, осуждение Кораном доктрины Троицы, по-видимому, основывается на явном непонимании этой доктрины. Во-первых, кратко коснемся истории. В ранних христианских вероучениях использовался термин «Матерь Божья», когда говорилось о Марии, потому что она родила Иисуса Христа. Того, кто не знаком с богословием ранних отцов Церкви, такое выражение, как «Матерь Божья», гарантированно ведет в заблуждение. Отцы Церкви имели в виду то, что Мария родила Христа в Его человеческой природе, а не в Его божественной природе. Тем не менее, Марию можно было назвать Матерью Бога, поскольку Христос обладал не только человеческой, но и божественной природой. Но Мухаммед, очевидно, думал, что христиане верили в Троицу, состоящую из Бога Отца, Марии и их отпрыска, Иисуса. Неудивительно, что он отверг такую смехотворную доктрину, как богохульственную. Непонимание Мухаммедом Троицы явно из следующих отрывков, найденных в Коране. «Вот сказал Аллах: О Иса, сын Марьям, говорил ли ты людям, примите меня и мою мать двумя богами наряду с Аллахом? Он сказал: Пречистый, как я могу сказать то, на что я не имею права? Или еще говорится: Он первосоздатель небес и земли. Как может быть у него сын, если у него нет супруги? Он сотворил всякую вещь и ведает обо всем сущем». Учение, которое отверг Мухаммед, а именно, что у Бога Отца должна быть человеческая женщина, чтобы родить сына, и этим троим должны поклоняться как богам, будет отвергнуто любым христианином. Согласно Библии, Иисус называют Сыном Божьим, потому что у Него нет человеческого Отца. Но Он был чудесным образом зачат в деве. В Евангелии от Луки ангел говорит Марии: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Ирония заключается в том, что Коран подтверждает непорочное рождение Иисуса. В кораническом рассказе ангел говорит: «Воистину, я послан твоим Господом, чтобы даровать тебе чистого мальчика». Мария отвечает: «Как у меня может быть мальчик, если меня не касался мужчина, и я не была блудницей?» Ангел отвечает: «Вот так.
Господь твой сказал, «Это для меня легко, мы сделаем его знаменем для людей и милостью от нас». Это дело уже решено. Таким образом, Мария зачала Иисуса. Поэтому ни один мусульманин не может возразить против того, чтобы называть Иисуса Сыном Божьим, в смысле его чудесного зачатия. Итак, если учение о Троице не является карикатурой, по праву отвергнутой Мухаммедом, то что это? Это учение о том, что Бог состоит из трех личностей. Это непротиворечивое утверждение, что три Бога — это один Бог. И опять же, три личности — это одна личность. Это просто нелогичная глупость. Скорее, это утверждение, что одно существо, которое мы называем Богом, состоит из трех личностей. Это не менее логично, чем говорить, что одна геометрическая фигура, которую мы называем треугольником, состоит из трех углов. Три угла в одной фигуре. Три личности в одном существе. Возможно, лучший способ понять это — сказать, что в Боге есть три центра самосознания. Я — существо с единым центром самосознания. Бог — это существо с тремя центрами самосознания. Каждая из этих трех личностей равна по славе и божественности, но мы называем их Отцом, Сыном и Святым Духом из-за разных ролей, которые они играют по отношению к нам. Отец — это личность, которая посылает Сына на землю. Сын — это личность, которая принимает человеческую природу и воплощается, как Иисус из Назарета. Святой Дух — это личность, которая занимает место Христа, пока Христос не вернется. Это учение может показаться странным для тех, кто является мусульманами, но я думаю, вы должны признать, что как только учение будет правильно изложено, в нем не окажется ничего неразумного. Это логически последовательная доктрина, и она выглядит рационально неоспоримой. На самом деле, я бы хотел закончить свое первое утверждение, предложив аргумент в пользу того, почему я считаю правдоподобным утверждать, что Бог является триединым. Начнем с того, что Бог по определению является величайшим мыслимым существом. Если бы вы могли помыслить что-то большее, чем Бог, тогда то, что вы помыслили, и было бы Богом. Как величайшее мыслимое существо, Бог должен быть совершенным. Если у Бога было бы какое-то несовершенство, тогда Он не был бы величайшим мыслимым существом. Совершенное существо должно быть любящим существом, потому что любовь — это моральное совершенство. Человеку лучше быть любящим, чем нелюбящим. Следовательно, Бог должен быть совершенно любящим существом. По самой своей природе любовь стремится жертвовать себя другому. Любовь направлена на другую личность, а не сосредотачивается полностью на самой себе. Итак, если Бог совершенно любящий по самой своей природе, то Он должен жертвовать собой из любви к другому. Но кто это другой? Это не может быть какая-либо созданная личность, потому что творение — это результат свободной воли Бога, а не результат Его природы. Оно принадлежит к самой сущности Бога любить, но оно не принадлежит к Его сущности творить. Бог обязательно является любящим, но Он не обязательно является творящим. Таким образом, мы можем представить себе возможный мир, в котором есть совершенно любящий Бог, и все же нет созданных личностей. Поэтому созданные личности не могут быть достаточным объяснением того, кого любит Бог. Более того, из науки нам известно, что созданные личности не всегда существовали в вечности, но Бог является вечно любящим. Итак, снова созданных личностей недостаточно для того, чтобы объяснить, кто тот другой, на кого направлена любовь Бога. Из этого следует, что тот другой, на кого непременно направлена любовь Бога, должен быть внутри самого Бога. Другими словами, Бог не является единственной изолированной личностью, как заявляет ислам. Скорее, Бог — это множественность личностей, как заявляет христианское учение о Троице.
Согласно исламской точке зрения, Бог не является триадой личностей. Он единственная личность, которая не разделяет свою любовь ни с кем другим. Он сосредоточен по существу только на себе. И, следовательно, он не может быть самым совершенным существом. Но согласно христианской точке зрения, Бог — это триада личности, пребывающая в вечных самопожертвующих любовных отношениях. Таким образом, поскольку Бог по-настоящему любящий, учение о Троице более правдоподобно, чем любое унитарное учение о Боге, такое как ислам. Почему? Потому что Бог по своей природе является совершенным существом самопожертвующей любви. Подводя итог моему первому утверждению, мы видим, что классическое мусульманское отвержение христианского понимания Бога основано на решительном непонимании учения о Троице. И что если эта доктрина правильно изложена, она не только рационально неоспорима, но и вполне правдоподобна. И поэтому мы можем сделать вывод из моего первого утверждения, что христианское понятие Бога рационально неоспоримо. Но это подводит нас к моему второму утверждению, что мусульманское понятие Бога рационально неприемлемо. Заявляя это, я не пытаюсь кого-то унизить или напасть на кого-то лично. Я просто говорю, что мне кажется, что у исламского понимания Бога есть реальные проблемы, которые делают его рационально неприемлемым. Позвольте мне поделиться только одной из них. А именно, ислам имеет морально ущербное представление о Боге. Мы увидели, что мусульмане и христиане согласны с тем, что Бог по определению является величайшим мыслимым существом, и что помимо того, Он является всемогущим, всезнающим, вездесущим и так далее. Величайшее мыслимое существо также должно быть морально совершенным. Это означает, что Бог должен быть любящим и милостивым существом. Поэтому Бог, как совершенное существо, должен быть вселюбящим. И это именно то, что написано в Библии. Библия говорит, Бог есть любовь. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Или опять же, в ней говорится, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Иисус учил о Божьей безусловной любви к грешникам. Мы видим это в его притче о блудном сыне и потерянной овце, в его практике общения с аморальным и нечистым за столом. В его изречениях, например, в Нагорной проповеди, он сказал, «Вы слышали, что сказано? Возлюби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Любовь Небесного Отца универсальна, беспристрастна и безусловна. Какой контраст с Богом Корана? Согласно Корану, Бог не любит грешников. Этот факт подчеркивается неоднократно и последовательно, как барабанный бой на всех страницах Корана. Просто послушайте следующие отрывки из случайных сур. Аллах не любит неверующих. Аллах не любит всяких неблагодарных или неверующих грешников. Аллах не любит беззаконников. Он не любит высокомерных. Аллах не любит преступников. Он не любит расточительных. Аллах не любит изменников. Аллах является врагом неверующих. Снова и снова Коран заявляет, что Бог не любит тех людей, о которых Библия говорит, что Бог так их возлюбил, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за них. Это может казаться парадоксальным в свете признания Бога Корана, как Ар-Рахмани, Ар-Рахим, милостивого, милосердного. Пока вы не поймете, что согласно Корану, Божья милость заключается в том, что Бог забудет ваши грехи и вознаградит вас, только если вы будете верить и совершать праведные дела.
Таким образом, Коран обещает: работай, и Бог точно увидит твою работу. Каждая душа получит ровно столько, сколько она заслужила. Те, кто верят, делают праведные дела, совершают молитвы, дают милостыню. Их вознаграждение ожидает их у Господа. Согласно Корану, Божья любовь предназначена лишь тем, кто ее заслужил. В нем написано: «Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, милостивый одарит любовью». Итак, Коран заверяет нас в Божьей любви к богобоязненным и добродетельным, но у него нет любви грешным и неверующим. Таким образом, в представлениях ислама Бог не является вселюбящим. Его любовь предвзята, и ее нужно заслужить. Мусульманский Бог любит только тех, кто первым полюбит его. Его любовь не превышает той любви, которую, как говорил Иисус, имеют даже сборщики налогов и грешники. Шабир Али признает это на своем сайте. Послушайте, какой он дает ответ, отвечая на вопрос: если Бог любящий, добрый и милосердный, почему Он наказывает кого-то в аду? Из-за неправильного понимания многие люди видят в этом неразрешимое противоречие. Неправильное понимание начинается с предположения о том, что Бог любит каждого, даже грешника. И тогда становится сложно объяснить, почему Бог наказывает грешника. Он говорит, в Евангелии от Матфея написано: «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего, а я говорю вам: любите врагов ваших». Он говорит, это место означает, что любить своих врагов – это хорошо. Из этого следует, что Бог, будучи бесконечно благим, также должен любить своих врагов, но тогда почему Он их наказывает? Коран решает эту проблему, четко определяя, что Бог не любит грешников, которые отказываются меняться. Затем он переходит к списку людей, которых Бог любит, и заключает молитвой о том, чтобы мы могли стать достойными Божьей любви. Как вы считаете, разве это адекватное представление о Боге? Что бы вы подумали о родителе, который сказал своим детям: «Если вы соответствуете моим стандартам и делаете все, как я говорю, только тогда я буду любить вас». У некоторых из вас были такие родители, которые не любили вас, безусловно, и вы знаете, какие эмоциональные шрамы от этого остаются. Будучи величайшим мыслимым существом, самым совершенным существом, источником всей доброты и любви, Божья любовь должна быть безусловной и беспристрастной. Конечно, Бог любит тех, кого Его справедливость требует, чтобы Он наказывал. Поэтому исламское понимание Бога кажется мне морально ущербным. Я не могу рационально его принять. Спасибо, доктор Крей. Я хотел бы передать слово Шабиру Али, у которого есть 18 минут в равной степени для его вступительных замечаний. Большое вам спасибо. Я начну с воздаяния хвалы Богу. И я благодарю Его за эту прекрасную возможность вместе исследовать нашу веру. Конечно, после 11 сентября нам пришлось увидеть мир другими глазами. И мне стало яснее, чем когда-либо прежде, что нам необходимо понять друг друга больше, чем когда-либо прежде. Наш диалог сегодня не должен восприниматься как попытка нападения друг на друга или унижения веры друг друга. На самом деле, после моего скромного изучения основных религий мира, я стал понимать собственную веру намного лучше, чем прежде. И сегодня я могу только надеяться, что каждый раз, когда мы будем делиться мнениями друг с другом, мы сможем взглянуть на нашу собственную религию через линзы, представленные докладчиком от другой религии. Мы можем попытаться понять Бога, в которого мы верим, слушая то, как другие люди воспринимают Бога. Может быть, у кого-то есть восприятие, есть представление, которое нам не знакомо. Возможно, в нашей вере было что-то, что мы пренебрегали вниманием, а кто-то другой может привести нас к прозрению, которая заставит нас более восприимчиво относиться к чему-то, что было в нашей вере все время, но мы этого не замечали. Итак, я рассмотрю этот диалог как позитивную вещь, а не как что-то негативное. И как что-то, что на самом деле должно помочь нам стать друзьями.
Надеюсь, что покинув этот зал сегодня, мы покинем его как друзья. И идеи, которые обсуждаются на этом подиуме, будут идеями, которые мы сможем продолжать обсуждать друг с другом как с друзьями. В этом духе академического исследования я ожидаю узнать, кто же действительно является Богом и как мы должны понимать Бога. Все мы много обогатимся и станем лучше, чем были. Для этого мы и приехали сюда. А не для того, чтобы противостоять академическому форуму, такому как этот. Итак, позвольте мне начать с рассмотрения того, что такое мусульманское понятие Бога, и того, какое оно имеет отношение к Богу, иудаизма и христианства. Коран был открыт пророку Мухаммеду, мир ему, около 14 столетий назад, и этот Коран настаивает на том, что Бог, о котором он говорит, является тем же Богом, в которого верили евреи и христиане. Фактически, в суре 29 Бог говорит мусульманам рассказать людям книги, а именно евреям и христианам, что Бог, в которого они верят, и Бог, в которого мы верим, является одним и тем же Богом. Так получилось, что наше понимание этого одного Бога отличается в иудаизме, в христианстве и в исламе. Можно заметить, что понимание Бога в иудаизме очень схоже с пониманием Бога в исламе, в том смысле, что и евреи, и мусульмане будут настаивать на том, что есть только один Бог, и помимо Него нет иного. Эта вера глубоко укоренена в ветхозаветных книгах, в частности в Торе. В книге Второзакония в 4 главе в 39 стихе утверждается, что есть только один Бог Яхве, и нет еще кроме Него. Заметьте, что Бог назван Яхве в Ветхом Завете. В книге Исаия в главах 43, 44, 45 повторяется утверждение о том, что Яхве — это единственный Бог, и нет иного кроме Него. Фактически, то, что мусульмане могут считать калимелем, или вероучением, или провозглашением веры евреев, это то, что повторяется во Второзаконии, в 6 главе, в 4 стихе. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Если бы мы рассмотрели в Новой Иерусалимской Библии, которая сохраняет имя Яхве, то там будет сказано, что Яхве — Бог наш, Господь един есть, или что-то в этом роде. Другими словами, в Библии много раз говорится, что кроме Яхве нет иного Бога. В Исаии 42 говорится кое-что интересное. В ней говорится, что Яхве пошлет своего раба, избранного им. В Новом Завете говорится об этом рабе. И Евангелие от Матфея идентифицирует этого раба Яхве как Иисуса. Иисус, насколько я могу понять из Нового Завета, говорит об этом Яхве снова, как о единственном истинном Боге. В Евангелии от Марка, которое, как говорят, является самым ранним из четырех Евангелий, присутствующих в наших Библиях, мы читаем в 12 главе, что некий еврейский книжник подошел к Иисусу и спросил его, «Какая первая из всех заповедей?» Иисус ответил ему, как говорит Марк в 12 главе, 29 стихе и далее. «Слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь Единый». Заметьте, что здесь Иисус повторил то же самое провозглашение, которое есть в Ветхом Завете во Второзаконии в 6 главе, в 4 стихе. И поэтому я вижу, что подлинную веру, которую проповедовал Моисей, также проповедовал Иисус. Этот человек сказал Иисусу, «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один Бог есть, и нет иного, кроме Него». И когда этот человек ушел, Иисус хвалил его за мудрость и проницательность. Коран пришел и снова провозглашает, что есть только один Бог. Тот же Бог, о котором говорил Моисей и Иисус, является единственным Богом. Коран называет его Ар-Рахман или Ар-Рахим, милостивый и милосердный. Во второй суре Коран говорит, «Ваш Бог, Бог единственный, нет божества кроме Него, милостивого, милосердного». Итак, Коран призывает нас к той же вере в одного Бога.
который упоминается как Яхве в Ветхом Завете и о котором говорил Иисус. Является ли вера в этого Бога неприемлемой? Доктор Крейг считает, что этот Бог морально ущербен, потому что этот Бог любит не всех. Его любовь не является безусловной, и она предоставляется только тем, кто, в свою очередь, любит Бога. В частности, доктор Крейг возражает против утверждения в Коране, в котором говорится, что Бог ненавидит того или иного человека. Например, он процитировал Коран, говоря: «Аллах не любит беззаконников». Но что, если я укажу вам, дорогие, что в Библии есть стих, в котором говорится что-то очень похожее? В нем говорится: «Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие». И это записано в 5-м псалме, в стихах номер 6 и 7. На самом деле, доктор Крейг указал на то, что в Коране есть ряд утверждений, в которых говорится, что Бог не любит того или иного человека. Но я заметил в тезаурусе Библии от Роджерса, между прочим, это очень полезный справочный инструмент для Библии, что в действительности есть несколько утверждений в Библии, которые хорошо указывают на то, что Бог не любит того или иного. Например, в 3 главе Экклезиаста, в стихе 8, «Время ненавидеть». Но более того, в Левит, глава 20, стих 23, «Ибо они все это делали, и я вознегодовал на них». Второзаконие, глава 18, стих 12, «Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это». Левит, глава 26, стих 30, «И возгнушается душа моя вами». Псалтырь 11, 4, «Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый». И мы можем продолжать и продолжать, но идея в том, что в исламском понимании Бог любит всех. В основном смысле. Бог создал всех людей так, что мы называем фитра или естественной религией. С естественной склонностью познавать Бога и иметь отношения с Ним. Как будто Бог поместил всех нас на одну главную дорогу, ведущую в рай. На этой главной дороге много других дорог, и Бог предупреждает нас заранее: не сходите с дороги, но некоторые люди будут сходить. Бог посылает пророков и посланников, чтобы направить их на правильный путь. Обратно к этой прямой главной дороге, которая ведет к раю. Некоторые люди будут слушать послания и возвращаться на эту прямую главную дорогу. Некоторые останутся там, где они есть, потому что им комфортно, и они довольны тем, что у них есть. Они пристрастились к своим грехам, им нравится быть такими, какие они есть. Они решили повернуться спиной к Богу. Итак, Бог в Коране предлагает обетование и угрозу, и ученые-мусульмане придерживаются той точки зрения, что обетования Бога должны быть истинными. То, что, как говорит Бог, Он собирается дать нам, должно быть исполнено. Но если Бог угрожает, Он не должен обязательно исполнять эту угрозу. Он может сказать: «Если ты сделаешь это, я накажу тебя». Но Он не должен обязательно тебя наказывать, даже если ты это сделал. Но Он угрожает людям, кому нужна такая угроза, с целью направить их обратно на правильный путь. Похожий смысл имеет в Коране стихи, которые говорят, что Бог не любит некоторых индивидов. Это также согласуется с общей концепцией Тархиба – предостережение людей. Перестаньте делать то, что вы делаете, иначе вы не будете в Божьей любви. Вернитесь на правильный путь, Бог вас полюбит. Вы действительно хотите, чтобы Бог полюбил вас? Вернитесь на правильный путь. Итак, основной смысл заключается в том, что Бог любит каждого в какой-то мере. Он сотворил всех нас по милости Своей. Но Он дал нам свободную волю, позволяющую отвернуться от Его милости. И некоторые люди так и делают. Я думаю, что у доктора Крейга трудности с пониманием этого, потому что доктор Крейг начинает с представления о том, что все люди изначально созданы обреченными, и нам нужно, чтобы Божья любовь изливалась на каждого, чтобы дать каждому шанс быть спасенными и освобожденными. Но обратите внимание, что мы говорим о первичной Божьей любви, которая распространяется на людей изначально. Таким образом, наш отправной пункт заключается не в том, что мы родились во грехе, но в том, что мы родились в благодати Божьей, полностью готовыми и созревшими для получения Его милости.
Так что кажется, что мы в итоге говорим об одном и том же. Да, как сказал доктор Крей, даже на моем сайте, где я цитировал стих из Корана о том, что Бог ненавидит некоторых людей, вывод, как я сказал и как процитировал доктор Крей, заключается в следующем. Если Бог любит этих людей, тогда почему Он наказывает грешников? Конечный ответ. Бог не любит грешников, которые отказываются меняться. Итак, в двух словах. Бог любит всех, дает им возможность изменяться, если они этого захотят. И Бог призывает их вернуться на правильный путь, для того, чтобы Он мог любить их еще больше. Но если они откажутся, тогда Бог не станет любить тех, кто отказывается. Я считаю, что наши христианские друзья поймут, что это одно и то же, если они глубоко об этом подумают. Потому что, в конце концов, будут некоторые люди, как верят христиане, которые будут гореть в аду вечно. И вы не можете утверждать, что Бог любит этих людей так же, как Он любит своих праведных слуг, которых Он приблизит к себе в раю. Поэтому, наконец, я не считаю, что в кораническом понимании Бога есть какая-то моральная ущербность. Я хочу рассмотреть некоторые вещи, которые доктор Крейг сказал о христианском понимании Бога, и посмотреть, могут ли мусульмане понять это немного лучше. Доктор Крейг говорит, что оно является рационально неоспоримым. И он считает, что пророк Мухаммед фактически неправильно понял, что христианское вероучение говорит обо всем этом. Но я хотел бы направить вас к прекрасной книге по этому вопросу. Книге Нила Робертсона, озаглавленной «Христос в исламе и христианстве». Он отметил, что утверждения Корана, направленные против определенных христианских убеждений и вероучений, на самом деле возражают против убеждений и вероучений, которые в действительности присутствовали в Аравии 7 века и в ее окружении. Но обратите внимание, что в Коране не говорится, что все христиане верят каждому из спорных убеждений, против которых Коран возражает. Итак, когда Коран возражает тем людям, которые поставили Марию на место Бога вместе с Богом, или Марию и ее сына как двух богов вместе с Богом, Нил Робертсон указывает, что были марьямиты, у которых действительно были убеждения такого характера, против которых возражает Коран. Если бы Коран сказал, что это вера всех христиан повсюду и на все времена, то доктор Крейг был бы прав, говоря, «Послушайте, мы не верим в это, а Коран говорит, что мы так верим, следовательно, Коран ошибочен». Но Коран здесь не говорит нам, во что верит доктор Крейг. Коран осуждает всех, кто разделяет эти убеждения. И были такие люди с такими убеждениями. Но в Коране также говорится о том, что у Бога нет сына. Интересно заметить, что библеисты считают идею о том, что Иисус является Сыном Божьим, более поздним явлением в христианском понимании Иисуса. Вы можете быть удивлены, потому что сегодня вы читаете Евангелие, и вы находите там, что Иисус говорит о себе как о Сыне Божьем в Евангелии от Иоанна. Но христианские богословы считают, что это более позднее прибавление. У меня есть с собой книга Джеймса Данна, коллеги доктора Крейга под названием «Свидетельство для Иисуса». И Джеймс Данн указывает, что в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки мы можем увидеть статистически, что Иисус в действительности проповедовал о Царстве Божьем. Например, он упомянул об этом 47 раз в Евангелии от Матфея. Но в Евангелии от Иоанна Иисус не говорит так много о Царстве Божьем, о котором упоминается только 5 раз. И когда это анализируется, то обнаруживается, что оно не совпадает с тем, как он выражается в других 3 синоптических Евангелиях. В то время как в других Евангелиях Иисус едва говорит о себе, но очень много о Царстве Божьем, как мы увидели. Например, в Евангелии от Марка Иисус говорит только о себе, говоря, что «я тот или иной» 9 раз. Но в Евангелии от Иоанна это колоссальный 118 раз. Когда мы осознаем, что от Марка это было первым Евангелием, от Иоанна последним, мы можем увидеть развитие того, как Иисус представлялся с течением времени. Посмотрите, например, на то, сколько раз Иисус называл Бога Отцом. Приведу вам пример. В Евангелии от Марка Иисус говорит о Боге как об Отце только 1 раз, но в Евангелии от Иоанна 73 раза. Сколько раз в Евангелии от Марка Иисус обращается к Богу как просто Отец?
три раза. В Евангелии от Иоанна колоссальный 100 раз. Итак, в то время как в Евангелии от Марка Иисус говорит больше о Царстве Божьем и меньше о себе, в Евангелии от Иоанна Иисус больше говорит о себе и меньше о Царстве Божьем. Так что высокая христология, в которой Иисус представляет себя как Сына Живого Бога, считается более поздней вставкой, которая была помещена в уста Иисуса и представлена так. Если мы вернемся к первоначальному пониманию того, что Иисус проповедовал первоначальный монотеизм, то теперь мы захотим понять, как возникла идея о христианской Троице. Хорошо, прежде чем проследить развитие, посмотрим, является ли Троица логически правдоподобной. Обратите внимание, что доктор Крейг говорит, если вы посмотрите на треугольник, то у треугольника есть три угла. Но поймите, дорогие, что каждый угол не является треугольником, а эта христианская теория утверждает, что Отец, Сын и Святой Дух, каждый из них — это Бог. И все же все вместе они — только один Бог. Итак, чтобы получить здесь сравнение, у нас должно быть три угла, каждый из которых является углом. И вместе они создают только один оригинальный угол, который не больше, чем любой из исходных. Или у нас должно быть три треугольника, которые при объединении становятся всего лишь одним треугольником, и он не больше исходного треугольника. Я думаю, что это трудно представить. И, наконец, мы должны считать, что любовь Бога в Коране распространяется на всех людей. И что Бог Корана является логически правдоподобным Богом, о котором говорится в Ветхом Завете, в Новом и теперь в Коране. Я благодарю Бога за вас. Спасибо. Вы помните, что в своем первом выступлении я сказал, что в сегодняшних дебатах я буду защищать два основных утверждения. Прежде всего, что христианское понятие Бога рационально неоспоримо. И я сначала доказал, что когда вы правильно формулируете учение о Троице, то в нем нет никакого логического противоречия и никакого разумного возражения против него. Здесь Шабир поднял ряд проблем, но я думаю, что большинство из них — отвлекающие маневры. Например, он говорит, что во времена Корана были люди, живущие в Аравии, которые придерживались отклоняющихся от нормы доктрин, отвергнутых Мухаммедом. Хорошо, я готов принять это. Но еще остается та точка зрения, что когда учение о Троице правильно сформулировано, это учение не абсурдно, и, следовательно, нет оснований отвергать его. Он говорит, но Иисус как Сын Божий. Это более позднее дополнение в христианском богословии. Я не хочу сегодня переводить эту дискуссию в дебаты о Божестве Христа. На самом деле мы будем обсуждать это завтра вечером. Сегодняшняя дискуссия посвящена христианскому понятию Бога и мусульманскому понятию Бога и согласованности этих понятий. Итак, позвольте мне просто сказать, я действительно думаю, что есть веские основания полагать, что Иисус делал утверждения, которые, если не были истинными, то были богохульными. Например, на его судебном процессе, как записано в Марка 14, стихах 61-64, мы читаем, «Опять первосвященник спросил его и сказал ему, «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» И Иисус сказал, «Я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы, и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал, «На что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство, как вам кажется? Они же все признали его повинным смерти». Выдающийся комментатор книги Марка Роберт Гандри перечисляет несколько причин полагать, что это подлинное высказывание Иисуса, на самом деле произнесенное на суде. И затем Гандри задает вопрос, что было богохульством из сказанного Иисусом? Послушайте его ответ. Он говорит, наиболее правильным будет считать, что первосвященник и остальная часть Синедриона осудили Иисуса за то, что он устно отнял у Бога его несоизмеримость и единство, превознеся себя на сверхчеловеческий уровень, изображая себя как сидящего одесную Бога и грядущего на облаках небесных. Это именно грех ширк. Он отнял у Бога его несоизмеримость и единство. Это те самые грехи, которые мусульмане утверждают как непростительные и богохульные. Так что Иисус, если он не был тем, кем он себя называл, был богохульником.
Это ставит мусульманина в сложную ситуацию, потому что в Коране говорится, что Иисус был пророком. И поэтому вы должны верить тому, что он сказал. Но Иисус утверждал, что он Сын Божий, равный Богу, сидящий одесную Его. Поэтому, если вы верите в это, вы не можете быть мусульманином. Итак, вы видите, что ислам как бы вытаскивает ковер из-под себя. Если вы верите в ислам, вы должны верить тому, что сказал Иисус. Но если вы верите в то, что сказал Иисус, вы не можете быть мусульманином. Таким образом, вы попадаете в порочный круг. Но опять же, я не хочу отвлекаться от темы дебатов, чтобы сегодня спорить о божественности Христа. Я просто хочу сказать. Давайте предположим, что христианское учение о Троице есть то, что есть. И вопрос в том, разумно ли в это верить. И все, что Шабир на самом деле смог сказать, то, что в треугольнике каждый угол не является треугольником. Но согласно учению о Троице, каждая личность является Богом. Это просто основано на неправильном понимании, Шабир. Является в утверждении «Иисус является Богом» не является тождественно. Это не значит, что Цицерон является Тулли, где это просто два разных имени одного и того же человека, и «является» не означает тождественно. Скорее, «является» — это предикация. Это как сказать «диван красный». Вы не имеете в виду, что диван является цветом. Вы имеете в виду, что у дивана есть свойство быть красным. Точно так же, когда говорится «Иисус является Богом», «Отец является Богом», «Сын является Богом», это значит, что все они божественны, все они разделяют атрибуты Божества. «Является» не означает «тождественно». Если вы не поймете этого, вы обязательно будете в замешательстве. Так что это просто не так, согласно классической доктрине Троицы. Божество как целое тождественно любой из личностей. Это очень похоже на треугольник, где у вас есть один объект, состоящий из трех углов, или одно существо, состоящее из трех личностей. И я спрашиваю вас, если правильно следовать этой доктрине, что в ней рационально неприемлемо? Такова доктрина, в которую я верю, и я не вижу в ней ничего иррационального. Во-вторых, вы помните, я предоставил аргумент в пользу Троицы, основанный на сущностной природе божественного самопожертвования. Это аргумент, вдохновленный Ричардом Суинберном, профессором философии в Оксфордском университете, в пользу триединства. И я убежден, что это очень хороший аргумент в пользу того, чтобы мыслить Бога как множественность личностей. И Шабир еще не ответил на это. Потому что у исламского Бога не может быть самопожертвующей любви, так как он просто завернут в себя, как в единственную личность. В то время как в Троице Бог — это отношение самопожертвенной любви между тремя личностями Божества. Итак, просто правильно сформулировав это, я не вижу ничего рационально неприемлемого в христианском понятии Бога. Итак, как насчет моего второго утверждения о том, что мусульманское понятие Бога рационально проблематично? Здесь я предложил то, что Бог, как величайшее мыслимое существо, должен быть вселюбящим, и что Бог Корана не является вселюбящим. Итак, я полагаю, что намерение Шабира заключается в том, что он, прежде всего, хочет сказать, что это неправда, что Бог Корана является вселюбящим, что он любит всех людей. Но это вовсе не то, что говорит Коран. В Коране Божья любовь является условной. Послушайте эту суру. «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи». Повинуйтесь Аллаху и посланнику, но если они не поступают так, то Бог уже не любит неверующих. Снова и снова Коран учит, что ты должен заслужить Божью любовь правильной верой и праведными делами. Таким образом, его любовь условная, ограниченная и избирательная. И Шабир признает это на своем сайте. Вспомните, как он отвечает на возражение о том, как вселюбящий Бог может наказывать людей. Фактически он их не любит, и поэтому он может их наказывать. Далее, я согласен с Шабиром, что такие дебаты могут помочь понять глубже сущность Бога. И я полагаю, что пока я размышлял над ответом Шабира, я начал видеть глубокую разницу между нами, всплывающую на поверхность. И это связано с возражением, которое я привел в наших дебатах о доктрине спасения. Я доказывал, что исламская доктрина спасения компрометирует Божью справедливость, потому что она просто игнорирует грехи некоторых людей, оставляя их без наказания. И наша нынешняя дискуссия показывает это. Почему следует думать, что наказание несовместимо с любовью? Ответ Шабира состоит в том, что поскольку он их любит, он просто простит их. А поскольку он их не прощает, то значит, он не должен их любить. Но я хочу знать, почему вы думаете, что Бог может просто простить грех без возмездия за него? И я думаю, ответ состоит в том, что согласно исламскому пониманию Бога, Божье всемогущество превосходит его справедливость. Смотрите, Бог может делать все, что захочет, поэтому если он хочет всех простить, он просто делает это.
А поскольку он так не делает, то должно быть, он этого не хочет. А почему он не хочет всех спасти? Ответ – потому что он не любит всех. Но видите ли, по мнению христианства, всемогущество Бога не подразумевает способность действовать вопреки его собственной природе. Часть Божьей природы – это святость и абсолютная справедливость, и проигнорировать грех значило бы противоречить его же собственной святой природе. Итак, его всемогущество не превосходит его справедливость. Бог должен действовать в соответствии с его совершенной справедливостью и совершенной любовью. И, следовательно, Бог любит даже тех, кого он наказывает. Итак, я думаю, Шабир, главный вопрос на сегодня – это какое из понятий всемогущества правильно? И я хочу доказать, что всемогущество не подразумевает способность действовать вопреки природе Бога. Просто задайте себе вопрос, может ли Бог совершить ширк? Может ли он создать идола и павший поклониться ему? Конечно, нет. Сам Шабир сказал, что Бог не может нарушить свои собственные обетования, так что сама природа Бога обеспечивает границы его всемогущества. Короче говоря, приемлемое мнение о всемогуществе показывает, что любовь и наказание не являются несовместимыми. И поскольку Бог Корана не любит грешников, он, следовательно, не является вселюбящим, и, следовательно, он не является совершенным существом. Я считаю, что этот аргумент неопровержим. Но Шабир затем пытается создать вторую стратегию, которую мой сын-подросток назвал бы «защитой твоя мама». То есть, вместо того, чтобы защищать свою собственную точку зрения, вы просто переводите стрелки на другую точку зрения и говорите «она так же плоха, как и моя». Он говорит «в Библии сказано, ты ненавидишь всех, делающих беззаконие». Но обратите внимание, все эти утверждения встречаются прежде всего в поэтических книгах, таких как Псалмы. И все знают этот принцип интерпретации литературы, что вы не можете использовать поэтические книги в качестве основы для доктрины. Поэзия должна всегда толковаться в свете дидактических или поучающих частей Писания. По самой своей природе поэзия использует гиперболу, метафору, персонификацию, и когда вы смотрите на поучительные части Писания, то, что вы находите, это множество отрывков, в которых Бог любит неверующих. Он любит грешников, и поэтому Он послал Своего Сына. В Библии сказано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И именно в свете этих отрывков мы понимаем, что имел в виду псалмопевец. Да, Бог ненавидит зло, которое эти люди делают. Он ненавидит их поведение, Он ненавидит их грех. Но Он любит их как людей. Это Его творение, которых Он создал, чтобы они узнали Его. И Он любит их такими, какие они есть. Итак, проблема не в том, какова наша ситуация изначально. Я могу, допустим, согласиться, что мы не рождены в грехе, но мы все грешники. И возникает вопрос, любит ли Бог грешников и неверующих? Библия говорит «да». Коран ясно говорит «нет». И поэтому Он не является любящим. И из-за этого я не могу принять понятие Бога, которое можно найти в Коране. Мне кажется, это морально ущербным и поэтому рационально неприемлемым. Спасибо, доктор Крейг, за очень интересный ответ. Доктор Крейг отстаивает то, что мусульманский Бог морально несовершенен, потому что мы верим, что Бог или Коран говорят, что Бог не любящий, или что Бог не любит всех. Но обратите внимание, однако, что Коран говорит нам, утверждая в общем, что Бог на самом деле любит. И он просто говорит, что он прощающий, любящий, как выразился один переводчик. Более того, в Коране говорится, конечно, Бог является нежным и любящим по отношению ко всему человечеству. Это записано в Коране, в суре. Итак, эти общие утверждения есть, и Божья любовь показана в мусульманской доктрине уже тем фактом, что он создал всех в ситуации автоматического спасения по умолчанию. Будут люди, которые отойдут от этого спасенного положения. Я снова думаю, что трудность доктора Крейга заключается в том, что он думает, что люди автоматически создаются испорченные, и кому-то нужно их спасти.
Итак, смотря на это с этого угла, у доктора Крейга есть другая интерпретация того, что здесь происходит. Но сейчас, когда мы смотрим на эти отрывки в Библии, мы видим, что на самом деле Библия поддерживает аналогичную мусульманскую позицию относительно Бога и того, как Он относится к беззакониям. Идея о том, что Бог есть любовь, или само утверждение о том, что Бог есть любовь, находится в 1 Иоанна, и это одно из писем Иоанна, которое оспаривалось христианской церковью до тех пор, пока оно окончательно не было принято. Обратите внимание, что эта идея проистекает из конца Библии. И я вижу, что особое внимание в этом послании сосредоточено на мысли, которая пришла из позднего акцента на пафосе Иисус, его страсти к тому, что он перенес в страданиях. И это было интерпретировано как страдание из любви к человечеству. Я не отрицаю, что Бог есть любовь, но я говорю, что поздний акцент на этом является поздним акцентом. Но когда мы вернемся к тому, что говорит сама Библия, мы увидим, что Библия придерживается такой же позиции, что и Коран. Доктор Крейг говорит, что это только в поэтических книгах, например, в Псалмах. Но заметьте, я брал не только из поэтических книг, таких как Псалмы. Я цитировал Левит, которая является книгой закона. Я цитировал Второзаконие, другую книгу закона, Второзаконие снова, Захарию, Откровение, Малахию и Римлянам. В Римлянам в Новом Завете Павел утверждает, что Бог Иакова возлюбил, а Исава возненавидел. Бог ненавидел Исава. Это часть Библии. Так что, я думаю, было бы не по-библейски пытаться отстаивать в целях этого диалога то, что Бог не ненавидит беззаконников. Доктор Крейг считает, что Бог ненавидит грех. Но обратите внимание, что эти стихи не говорят только о том, что Бог ненавидит грех, но что Бог ненавидит грешника. И вы помните, что на самом деле то, что произойдет в конце концов, заключается не в том, что Бог поместит грех в ад, но что Бог поместит грешников в ад. Итак, как насчет христианского понимания Бога? Доктор Крейг говорит, что Бог — это величайшее мыслимое существо. Думаю, я могу согласиться с этим. Но обратите внимание, что на самом деле это доказывает, что только мусульманская вера правильна, потому что то, что Бог — это величайшее мыслимое существо, и то, что Иисус заявлял, что Отец больше, и что Он указывает мне на то, что Иисус не является Богом. Иисус сказал, как записано в Евангелии от Иоанна, в главе 14, стих номер 28. «Отец мой более меня». Но доктор Крейг утверждает, что Бог есть любовь, и это значит, что любовь Бога должна быть вечна, как и сам Бог. Но он думает, что мусульманский Бог не мог любить, потому что кто был там, кого он мог любить, прежде чем он создал кого-то еще? Но христианский Бог по праву любовь, потому что это божество состоит из трех личностей. И, следовательно, три личности могли любить друг друга. Но обратите внимание, что в итоге анализ приводит к такому же выводу. С мусульманской точки зрения, если Бог — любовь, Он должен любить себя. И с христианской точки зрения, чтобы Бог являлся любовью, Бог должен любить себя. Любит ли Он другую личность в том же божестве или что-то еще, это то же самое, что Бог любит Бога. Я не вижу, чтобы это действительно что-то разрешило, но, как указал доктор Крейг, это христианская апологетика, которая была развита некоторыми философами и христианскими учеными для того, чтобы попытаться найти больше причин для веры в Троицу, которая является очень сложным понятием. А как насчет треугольника? Доктор Крейг утверждает, что в заявлении «Иисус является Богом» понятие Бога — это прилагательное, как атрибут. Это как если бы мы сказали, что Иисус является красным. Но тогда, чтобы сохранить учение Троицы, мы должны теперь переопределить Бога. С Бога, являющегося личностью, на Бога, являющегося атрибутом. В таком случае похоже, что то, что мы делаем, это режем ногу, чтобы она подходила к обуви. Видите ли, мы не можем начать полагать, что Троица истина, а затем изменить все вокруг, чтобы это соответствовало Троице. Мы должны внимательно изучать Библию и выяснить, действительно ли она учит доктрине о Троице.
И тогда, если она учит этому, тогда нам придется делать другие корректировки. Но если Библия не учит этому, мы не можем формировать Библию в соответствии с нашей верой. Мы должны изменить нашу веру, чтобы соответствовать Библии. Так что я думаю, что ошибочно думать об Иисусе как о Боге. Правда, дебаты не о том, является ли Иисус Богом, но вопрос о том, кто именно является Богом. Но если доктор Крейг утверждает, что Бог является триединым, то он утверждает, что Иисус является частью этой Троицы. И что, естественно, мы должны выяснить, действительно ли Иисус является частью этой Троицы. Он думает, что я использовал отвлекающий маневр, говоря о том, является ли Иисус Богом. Но это не отвлекающий маневр, потому что мы должны выяснить, состоит ли Бог из трех личностей. Мы должны идентифицировать этих личностей и выяснить, действительно ли каждая из этих личностей является Богом. И то, что я нашел, ссылаясь на материалы ученых, которых признает доктор Крейг, и заключается в том, что идея того, что Иисус является Богом, это идея, которая развивалась и эволюционировала с течением времени. Это не первоначальная или оригинальная вера евреев, христиан и мусульман. Это то, что я отметил в своем первом выступлении, показывая развитие от иудаизма до христианства и ислама. И я указал, что христианство, принимая эту другую веру, фактически сошло в некотором смысле с первоначального пути от иудаизма и ислама в нашем понимании Бога. Сейчас я хочу рассмотреть вопрос о том, каким образом Божья любовь к людям может гарантировать их спасение. Помните, я сказал, что Бог создал людей по своей милости. Но Он дал им свободу выбирать другой путь. Доктор Крейг соглашается, что Бог накажет людей, и он думает, что Бог любит и тех, кого Он наказывает. Но мой вопрос был конкретно таков. Любит ли Бог этих людей так же, как любит приближенных к Нему людей? И мой ответ на этот вопрос заключается в том, что Бог любит всех в общем смысле, но тех, кто приближается к Нему, Он любит еще больше. И те, кто отвернулись от Него, заслуживают осуждения, о котором высказывается Бог, когда Он говорит, что ненавидит беззаконников. Но доктор Крейг считает, что Бог должен наказывать беззаконников. А я настаиваю на том, что Бог не обязан наказывать беззаконников. Он может сделать это, если захочет. И Он может простить их, если захочет. Прощение противоречит правосудию? Нет, я так не думаю. Если кому-то из вас выписали штраф за превышение скорости, и вы пришли в суд по поводу своего дела и начали умолять, объявили бы свои обстоятельства, и судья выслушал вас, сказал бы, «Да, я понимаю ваши обстоятельства. Вы превысили скорость, потому что, может быть, вы везли свою жену в больницу, и в последний момент у нее случились схватки». Кто-то еще выкручивался так раньше. И судья ответил бы, «Хорошо, я понимаю ваши обстоятельства, я верю вам, я прощу вас или оштрафую». Прощение не противоречит справедливости. В рамках своей деятельности судья может простить. И несмотря на его прощение, он по-прежнему выносит справедливое решение. Однако несправедливость может произойти, если я ограблю вас, а судья освободит меня. Но если этот судья является Богом, если Бог может воздать вам таким образом, что вы будете счастливы за этого ограбления, тогда Бог может простить меня, и Бог ничего не потеряет. Но в исламском понятии нам говорят, что для того, чтобы получить прощение от Бога, мы должны сначала исправить нашу несправедливость перед другими людьми. И на самом деле Иисус, похоже, думал об этом в таком же ключе, потому что в Евангелиях сообщается, что Он сказал, «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Поэтому я не вижу, чтобы мусульманское понятие Бога каким-либо образом вызвало возражение. И с другой стороны, я вижу, что христианское развитие идеи о том, что Иисус есть Сын Божий, и что Он вторая личность в Святой Троице, и что вообще есть Троица – это более поздние идеи, которым мы не находим надлежащих подтверждений в Библии. Доктор Крейг считает, что Иисус действительно сделал заявление, которое мы бы назвали богохульством. Но не важно, что мы бы рассматривали как богохульство, важно, что сама Библия в Ветхом Завете называет богохульством. Если бы это было так, тогда Иисус умер бы как богохульник, и тогда никто бы не воскресил Его из мертвых, потому что Бог не стал бы воскрешать богохульника из мертвых. Только мусульманское понятие имеет здесь смысл, говоря, что Иисус был праведным человеком от начала и до конца. Он не совершал богохульства, и Бог спас его от заговора врагов и вознес его к себе. Спасибо.
Спасибо, мистер Али. Мы переходим к третьему раунду. Доктор Крейг, у вас есть 7 минут на возражение. Давайте снова посмотрим на эти два утверждения, которые я сказал, что буду защищать. Во-первых, христианское понятие Бога рационально неоспоримо. Я думаю, что к этому моменту в дебатах стало довольно ясно, что мистер Али не смог вынести какие-либо разумные возражения против христианской точки зрения. Во-первых, я доказал, что учение о трех личностях в одном существе рационально неоспоримо. И все, что он смог сказать здесь, это то, что ты переосмыслил Бога. Бог становится атрибутом. Вовсе нет. Это просто означает, что слова могут быть использованы по-разному, в значении либо вещей, либо атрибутов. Например, если вы говорите, что X является бетоном, это не значит, что бетон из этого является свойством, а не чем-то конкретным. Но вы можете сказать, что в этом случае вы говорите, что это конкретная вещь, сделанная из бетона. Или в другом случае вы можете использовать бетон как существительное. Оно может быть либо существительным, либо прилагательным. Точно так же, когда говорят, что Иисус является Богом или Отец является Богом, это не утверждение тождественности, это утверждение о предикате, подтверждающее, что все три личности являются божественными. Итак, один Бог состоит из трех личностей. Это рационально неоспоримо. Далее Шабир снова пытается отклонить нас в сторону дебатов о божественности Христа. Но я не хочу поддаваться этому, потому что это не спорный вопрос сегодня. Он не доказал несостоятельность достоверных утверждений Иисуса на суде, на котором он богохульствовал, отняв у Бога его несоизмеримость и единство, фактически совершив ширк. Но что говорит Шабир? Ну, тогда он умер как богохульник. Вовсе нет. Его утверждения богохульны только в том случае, если они ложны. Но если они истинны, он не богохульник. И как мусульмане, те из вас, кто сегодня мусульмане, вы должны верить тому, что сказал Иисус из Назарета, потому что он был пророком, посланным Богом. Итак, вы должны верить ему, когда он сказал, что вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. О, еще один пример использования слова как существительного или прилагательного. Скажем, что X является кожей. Это может быть либо прилагательным, либо существительным. Это не значит, что вы превращаете кожу из реальной кожи в прилагательное. И снова я не думаю, что мы видели какое-либо опровержение моего аргумента, что учение о трех личностях в одном существе противоречиво. Как насчет моего правдоподобного аргумента в пользу Троицы, основанного на Божьей природе самопожертвенной любви? Здесь ответ Шабира откровенно очень слаб. Он говорит, с вашей точки зрения, Бог тоже любит себя. Но это совершенно другое, потому что Бог состоит из трех личностей. Это не одна личность, поглощенная самолюбием, как в исламе. Скорее, это триада личностей, каждая из которых любит другого. Отец любит сына, сын любит духа, дух любит отца. Итак, это совершенно другое. И таким образом, Бог может быть общностью любящих личностей, как одно существо. И это более правдоподобная доктрина Бога, чем унитарное понимание, в которое есть это самолюбивое божество, которое не жертвует собой для любви, и поэтому не может быть морально совершенным. Так что я думаю, что у нас есть не только рационально неоспоримая доктрина. У нас есть доктрина, которая вполне правдоподобна. Теперь давайте противопоставим исламское понятие Бога как существа, чья любовь условно-частично избирательна. Здесь Шабир цитирует общее утверждение в Коране о том, что Бог прощающий и любящий. Но вопрос заключается в следующем. А что же это значит? Как это выражается? Это выражение в следующем. Если вы творите праведные дела, если вы правильно верите, тогда Бог распространит на вас свою любовь. В противном случае Он не будет вас любить. И это является ключевым моментом в ответе Шабира на вопрос, почему Бог наказывает людей, если Он их любит? Ответ Шабира следующий. Он их не любит. В противном случае я спрошу у Шабира Али, почему бы тогда Богу просто не простить всех, если он такой прощающий, любящий? Почему не все идут на небеса, если в Божьей власти сделать это? Я полагаю, что настоящая проблема, которая существует сегодня между нами, заключается в разнице понимания всемогущества. Согласно мусульманскому пониманию Бога, его всемогущество превосходит его собственную природу, поэтому он может поступать вразрез со своей справедливостью. Но с христианской точки зрения, его природа определяет границы его всемогущества. Поэтому Бог одновременно любит и наказывает, так поступают любые любящие родители, которые оказываются вынужденными наказывать своих детей, которых они любят. Любит ли он тех, кого наказывает так же сильно, как тех, кто был спасен? Да, безусловно. Бог любит заблудившихся, и поэтому он послал своего сына умереть за них,
Каждый человек является личностью, за которую Христос отдал свою жизнь, и таким образом каждый возлюблен Богом. Однако с точки зрения ислама Бог их не любит. Шабир думает, что я предполагаю, что люди рождаются испорченными. Я готов сегодня отложить любую доктрину первородного греха. Но Коран согласен, что все люди греховны. В нем говорится, что если бы Аллах стал наказывать людей за их несправедливость, то не оставил бы на земле ни одного живого существа. Поэтому мы все оказываемся под Божьей справедливостью. И вопрос заключается в следующем. Если Бог всемогущ, и Его всемогущество превосходит Его справедливость, почему Он просто не простит всех? Единственный ответ, который может дать мусульманин, это тот, который дал Шабир. Он не любит неверующих. И это то, что Коран говорит снова и снова. Он говорит, что акцент на любовь – это более позднее добавление в Новый Завет. Вовсе нет. Я показал, что это исходит от самого Иисуса в Нагорной проповеди. Он говорит: «Любите врагов ваших. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Итак, я считаю, что реальная проблема – это вопрос всемогущества. Далее, как насчет защиты «Твоя мама» Шабир Али, где он говорит: «Ну, христианский Бог также плох». Я не думаю, что защита «твоя мама» будет работать. Почему? Потому что это не значит, что исламское понятие Бога является оправданным. В лучшем случае это показало бы, что как христианское, так и исламское понятие Бога несовершенно. И возможно, что правы буддисты или кто-то еще. Таким образом, такая стратегия не работает в сегодняшних дебатах. Но я доказываю, что в Писании есть множество других отрывков, которые подтверждают Божью любовь грешникам и неверующим. И что для каждого отрывка, который вы можете назвать о том, что Бог ненавидит беззаконников, есть 10, в которых говорится, что Он их любит. Итак, как это истолковать? Суть толкования в том, что Бог любит людей, но Он ненавидит их грех. Далее Шабир говорит: «Но Он не наказывает их грех, Он наказывает грешников». Ну, конечно, нет, потому что грех не существует в абстракции, отдельно от грешников. Но Бог любит грешников, даже когда Он наказывает их, потому что Он абсолютно свят и справедлив. Итак, я не думаю, что эта стратегия работает. Я думаю, что в конце концов, мусульманское понятие Бога рационально ущербно, потому что Бог не является морально совершенным и вселюбящим существом. Еще раз спасибо, доктор Крейг. Я нахожу все это очень стимулирующим, правда. Это заставляет нас думать, размышлять и учиться. Доктор Крейг считает, что я делаю защиту «твоя мама». Ошибку ты тоже. Посмотри на себя. Как мы говорим в логике, ту-ква-куа. На самом деле я этого не делал. То, что я сделал, я пытался понять иудаизм, христианство, ислам вместе как три религии, у которых общее наследие и схожие идеи. И я пытался выяснить, насколько схожи эти религии, и где именно они различны, и почему они различны. Почему христианство так отличается от иудаизма и ислама в этом конкретном понятии, которое мы обсуждаем здесь, понятии Бога? Итак, у нас есть один Бог иудаизма, у нас есть один Бог ислама. В христианстве у нас все еще есть один Бог, но один Бог состоит из трех личностей. Я пытаюсь это понять. Доктор Крейг говорит: «Ну, исламская доктрина ущербна, потому что мусульмане говорят, что Бог любит не всех». Сам Коран и Шабир Али на своем сайте говорили, что Бог не любит беззаконников. Я просто указываю, что это, если это проблема, проблема, которую как христиане, так и мусульмане должны объяснить себе и людям, которые будут их спрашивать. Но я не рассматриваю это как проблему, либо проблему в исламе, либо в христианстве. Дело не в том, что твоя мама сделала это. Я говорю об этом. Вот черта, которая характерна для христианства и ислама. Я не вижу в этом проблемы. Я думаю, доктор Крейг, вы видите это как проблему, потому что вы смотрите на схему с другого конца. Вы смотрите на схему с конца мысли о том, что люди значительно испорчены. Но доктор Крейг говорит, что нет, он готов отложить учение о первородном грехе. Я нахожу это очень интересным, и я хотел бы, чтобы доктор Крейг действительно подробно остановился на этом. Потому что я понимаю, что доктрина первородного греха является доктриной, которую сегодня защищает доктор Крейг. Потому что если нет первородного греха, то за что же Иисус действительно пришел умереть?
Я хотел бы понять это намного больше, и поэтому диалог настолько интересен мне, ведь он помогает мне учиться. Это в значительной степени стимулирует мой интерес. Доктор Крейс считает, что Нагорная проповедь Иисуса показывает, что идея «Бог есть любовь» не является более поздним добавлением. Но обратите внимание, что я специально указал, что утверждение «Бог есть любовь» — это утверждение, которое содержится в одном из последних документов, которое было принято в Новый Завет, только после большого спора относительно него. Итак, для меня это доказательство того, что эта идея была сформулирована данным образом в более позднее время. Нагорная проповедь — очень красивая проповедь, и я не хочу говорить ничего, что отрицательно отразилось бы на ней. Но вы должны знать, что Нагорная проповедь представлена как у Матфея, так и у Луки. У Луки она называется «Проповедь на равнине» и представлена по-другому. Христианские библеисты пытались восстановить то, что было первоначальной проповедью. А восстановленный документ, на который они ссылались, это Евангелие Q, из которого эта проповедь берет свое начало. И считается, что Матфей и Лука сделали свою собственную расстановку акцентов. Особенно это сделал Матфей. И их собственные изменения в проповеди привели к тому, что сейчас находится в Евангелии. Поэтому я не думаю, что мы можем так сильно основываться на этом утверждении в проповеди Иисуса, говоря, что это было изначальное учение. Я не хочу отрицать, что Иисус учил посланию любви. Я думаю, что это то послание, которое есть в иудаизме и в христианстве, и также в исламе. Я думаю, что в трех разных религиях были по-разному расставлены акценты и в его понимании. Возможно, со временем мы смогли бы изучить причины этого. Но мысль о том, что Иисус сказал «любите врагов ваших», я думаю, была более поздним добавлением, и на это повлияло то, каким образом писались книги Нового Завета. Вы должны осознавать, что Евангелие Нового Завета и другие книги были написаны христианами, когда они подвергались тяжелым преследованиям, и христианам было необходимо представлять свою веру как нечто, что никто не должен рассматривать как угрозу. Особенно римское правительство не должно видеть в нем угрозу. И они должны были приветствовать христиан. Я думаю, что все вместе мы говорим об одном и том же понятии. Что Бог в основном любит всех, но тех, кто отвернется от Него, Он накажет. И мусульмане говорят, что если Бог наказывает таких людей, то это является явным признаком того, что Бог не любит их так же, как любит тех, кого приближает к самому себе. Что насчет идеи Бога как атрибута? Дело в том, что здесь мы говорим о Боге новым способом. Доктор Крейг говорит, да, есть много разных способов говорить о слове. Это может быть личность, это может быть вещь, это может быть атрибут. Я не отрицаю, что слова могут быть использованы по-разному. Но я сказал, что говорить о Боге как об атрибуте является новой разработкой, в частности для защиты доктрины Троицы, которая сама по себе является более поздним изобретением. Итак, вы не можете сейчас подправить Бога, сделав его атрибутом для защиты Троицы, которая сама по себе является тем, что придумали люди. Далее вопрос об утверждениях Иисуса состоит в том, что если Иисус действительно сделал утверждение, о котором говорит доктор Крейг, если он действительно стал богохульником в соответствии с собственным законом Бога. Мы не можем предположить, что Бог хотел бы воскресить его из мертвых. И сам доктор Крейг утверждает, мы не можем предположить, что Иисус спонтанно вернулся к жизни. Было бы невероятно, чтобы что-нибудь такое было возможно. Лучше, может быть, предположить, что они пришли и украли тело Иисуса, чем думать, что Иисус спонтанно ожил. Правдоподобная гипотеза, которую предложил доктор Крейг, заключается в том, что Бог воскресил Иисуса к жизни. Но если бы Иисус умер как богохульник, мы не приняли бы сперва истину о воскресении. У нас не было бы разумных оснований полагать, что Бог захочет воскресить Иисуса к жизни, и мы останемся с Мессией, который умер как богохульник. Я не верю, что это Мессия. Я верю, что Иисус был истинным и праведным от начала до конца. Он не делал богохульных притязаний. И я все еще утверждаю, что с христианской точки зрения не имеет значения, как вы смотрите на нее. Все равно Бог любит самого себя. Является ли Он единственным или множественным? Вы просто отстаиваете здесь, что Бог есть любовь, и у Него должен быть кто-то другой для любви. Вот почему у нас есть Троица. Но не поэтому у нас есть Троица. Троица развилась по разным причинам, и теперь этот аргумент продвигается в защиту этой Троицы. Я думаю, что это слабый аргумент, и он не взят у еврейского или христианского Бога. Спасибо.
Что ж, сегодня я весьма наслаждался дискуссией, и я надеюсь, что вы нашли ее полезной и стимулирующей. Позвольте мне попытаться объединить некоторые нити этих дебатов для того, чтобы увидеть, можем ли мы прийти к некоторым выводам. Во-первых, является ли христианское понятие Бога как Троицы рационально неоспоримым или нет? Я думаю, что в дебатах стало довольно ясно, что нет разумного возражения против этой доктрины, когда она правильно сформулирована. Я доказал, что нет ничего противоречивого в том, что в одном существе есть три личности. И в своем последнем выступлении все, что Шабир сказал, ну почему Бог захотел воскресить Иисуса, если он был богохульником? Ну потому что он не был богохульником, потому что он говорил правду. Он на самом деле был Божьим сыном, и поэтому он не умер как богохульник. Евреи ошиблись, распяв его. Но не была показана противоречивость учения о том, что есть три личности, которые составляют одно существо. Как насчет моего аргумента о правдоподобии Троицы, основанного на Божьей природе самопожертвенной любви? Здесь Шабир просто повторил свою мысль о том, что Бог любит себя с обоих точек зрения. Но я думаю, если вы слушали, вы можете видеть, что это не так. Потому что если есть множество личностей, есть и другие личности, которым каждая личность жертвует свою любовь. Тогда как с исламской точки зрения есть одна личность, которая просто любит себя и замкнута в самой себе. Шабир говорит, ну, говорить о Боге, как об атрибуте, это новое добавление. Вовсе нет. Это просто лингвистический способ использования слов. Сказать, что Иисус является Богом, не утверждать тождественность, а просто сказать, что Иисус божественен, что у Него есть атрибуты божественности. Я думаю, что в этом нет проблемы. Поэтому я думаю, что у нас есть хороший аргумент для того, чтобы считать, что Бог триедин. Мы не увидели никаких разумных возражений против этого. Далее. Является ли мусульманское понятие Бога рационально неприемлемым или нет? Я доказывал это на основании того, что в мусульманском понятии Бога любовь Бога условно, частично и избирательна. Шабир думает, что мой аргумент предполагает, что люди рождаются в первородном грехе. И если вы отрицаете это, тогда вы должны ответить, для чего же пришел Христос? Это не из-за первородного греха. Я не об этом говорю сейчас. То, из-за чего умер Христос, это наши действительные грехи. Грехи, которые мы совершаем на самом деле. Это то, за что Он пришел умереть. И дело в том, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына, чтобы вернуть нас к себе. Шабир говорит, Нагорная проповедь – это поздняя вставка. Вовсе нет. Он признает, что это часть Q-документа. И указание любить своих врагов, как Отец Небесный, является частью как версии Луки, так и версии Матфея. Так что нет никаких сомнений в том, что Иисус из Назарета учил этому о Боге. Вопрос, который должен стать перед Шабиром, заключается в следующем. Если Бог может просто простить всех, и если Он всемогущ, то почему Он этого не сделает? Почему Он посылает всех этих людей в ад, если Он может просто простить их? Если Его всемогущество превосходит Его справедливость, то почему Он этого не сделает? И ответ Шабира на сайте. Потому что Он не любит всех. Вы должны заслужить Его любовь, и я утверждаю, что это морально ущербное понятие Бога. С христианской точки зрения, всемогущество не влечет за собой способности действовать вопреки собственной природе Бога, и поэтому он не может противоречить своей справедливости и святости. Итак, сегодняшние дебаты, как я думаю, касаются всемогущества, понятия всемогущества, которое вы поддерживаете. И я доказываю, что христианское понятие всемогущества лучше. Потому что, конечно, Бог не может действовать вопреки своей собственной природе, совершить ширк, например. Как насчет защиты твоя мама? Ну, он сказал в своей последней речи, что это общая проблема для обеих точек зрения. Но заметьте, что если это общая проблема, то это не означает, что исламское понятие приемлемо. Это лишь показало бы, что обе точки зрения неприемлемы. В этом и заключается разница между христианством и исламом в понимании этого вопроса. Коран нигде не утверждает, что Бог любит неверующих или грешников. Он недвусмысленно и неоднократно подчеркивает, что Он их не любит. В Библии есть 5 или 6 отрывков, главным образом в поэтических книгах, в которых говорится, что Бог ненавидит беззаконников из-за их греха. Но остальная часть Библии наполнена десятками и десятками отрывков о том, как Бог любит грешников и неверующих. И поэтому следует интерпретировать трудные отрывки в свете ясных, поучительных частей Писания. И я не думаю, что это проблема для христианства. Вы можете удостовериться в этом сами следующим путем. Многие из вас, возможно, уже прочитали Коран, но, вероятно, многие из вас не читали Новый Завет. И в конце этих дебатов мы собираемся раздавать Новые Заветы в холле. Я хочу бросить вам вызов. Если вы являетесь откровенным искателем Бога, возьмите один из этих новых заветов и начните его читать. Посмотрите, чему учил Иисус и что он говорил.
И я верю, что Он может изменить вашу жизнь так же, как изменил и мою. Спасибо. Еще раз спасибо, доктор Крейг. Теперь доктор Крейг разъясняет, что Иисус умер за наш действительный грех. Итак, то, ради чего Он умер, не было изначальным грехом. Сначала я был озадачен отсутствием интереса доктора Крейга к утверждению первоначального греха, потому что я слышал от своих христианских друзей, что первородный грех был такой серьезной проблемой, что Иисус должен был исправить этот грех, умерев за него. Если мы сведем все только к проблеме действительного человеческого греха, то я снова не вижу причин, требующих того, чтобы Иисус умер за нас. Я заметил, что то, чему учил Иисус, лучше раскрывает этот вопрос. Доктор Крейг ранее ссылался на притчи Иисуса о блудном сыне. Например, в главе 15 Луки Иисус рассказывает историю сына, который ушел, не послушав отца. Но в конце концов, когда он передумал и решил вернуться к отцу, отец увидел его издалека и был вне себя от радости. Он сказал: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги». Сын, который был с ним все это время, служа ему, сказал: «Вот, я столько лет служу тебе, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими». И он сказал: «Сын мой, брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Иисус объяснил, что на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. И я думаю, что это действительно показывает, что наш действительный грех не проблема. Исламская точка зрения на то, что мы можем вернуться к Богу, раскаявшись, это первоначальная точка зрения, которая была в иудаизме, которая была в учении Иисуса и продолжает существовать в исламе. Теперь вернемся к защите «Твоя мама». Вы помните, что конкретно я не говорил, что это общая проблема? Я думаю, что доктор Крейг не услышал меня правильно. Я сказал: если вы говорите, что это проблема, тогда она общая. Но я говорил, что я не вижу в этом проблемы. Я рассматриваю это как надлежащее и правильное учение, которое повторяется во многих книгах Библии. Доктор Крейг сначала говорил, что это только в псалмах. На самом деле интересно, что в дебатах прошлой ночью доктор Крейг изначально не проявил интереса к псалму, который я привел первой ссылкой. А затем всего в сегодняшних дебатах, после того, как я дал несколько других ссылок, он утверждал, что это только в псалмах. Упущен тот факт, что я также дал ссылки на книги закона. Итак, я думаю, что когда мы общаемся и понимаем друг друга, мы можем лучше информировать друг друга. Итак, да, в Библии есть стих, в котором говорится, что ты ненавидишь всех делающих беззаконие. Это не просто означает, что Бог ненавидит грех. Он говорит, что Бог ненавидит беззаконников. И да, это есть не только в поэтических книгах, это есть и в нескольких других книгах Библии. Итак, я не вижу никаких трудностей в мусульманском понимании Бога, но я вижу, что мусульманское понимание Бога легко понять. С другой стороны, Троица – очень трудная проблема для понимания. Как Бог может быть одним и тремя одновременно? Я не считаю, что это было адекватно объяснено сегодня. У нас должно быть что-то в нашем разуме, чтобы понять, что есть трое, составляющие одно одновременно. И я не думаю, что возможно представить такое существо. И доктор Крейг сказал, что Бог – это величайшее мыслимое существо. И мы уже увидели, что Иисус сказал: «Отец мой более меня». Это значит, что Иисус не является таким величайшим существом. Далее, доктор Крейг считает, что Иисус не умер как богохульник. Но в своей защите воскресения доктор Крейг утверждает, как это делают другие апологеты, что на самом деле вы не можете начать с предположения о том, что Иисус воскрес из мертвых. Вы должны узнать, воскрес ли Он из мертвых, не принимая это за предпосылку. Так что вы не можете предположить, что Бог воскресил Его из мертвых, потому что это только предполагает то, что вы пытаетесь доказать. Итак, самое большое, что вы можете здесь предположить, учитывая записи, Иисус умер как богохульник, если мы принимаем эти слова, которые доктор Крейг цитирует об Иисусе за истинные.
И теперь, если он умер как богохульник, мы должны прийти к выводу, что у Бога не было причин воскресить богохульника к жизни, и таким образом оправдать его притязания, показав, что его богохульство было правильным, а закон Бога был неправильным. Таким образом, мы все равно остаемся на этой точке зрения с неверно понимаемым Мессией. Правильный взгляд на Мессию заключается в том, что он не был богохульником, он был праведным человеком. Он не утверждал, что является Сыном Божьим или второй личностью Святой Троицы, но что он утверждал? То, что Бог один, как во второзаконии, так и в исламе. Идея о том, что один Бог любит себя, будь он в трех лицах или нет, вы все так же возвращаетесь к одному и тому же, что как бы вы ни смотрели на него, вы все еще говорите в христианстве, что Бог любит себя. Нет других оснований утверждать это, кроме как для сохранения веры в Троицу. Но я призываю вас поверить в единого Бога иудаизма, раннего христианства и ислама. Спасибо.